La libertad, Dani. Я зажгу так, что сцена сгорит. Игры не победить. Что же нам делать? У меня для тебя очень важное и дико сексуальное задание. Давай. Нравится мой костюм? Сама шила. Кстати говоря, ты удостаиваешься чести узнать, что я отказываюсь быть марионеткой. Росамель в последний раз выступит перед Лос-Фашистас. Фелисия сказала, что псы режима вынюхивают нас так упорно, что кокаиновые наркоманы обзавидуются, и они напали на след моих хамелеонов. На стендах PDP уже развешивают плакаты с именами и лицами. Лапуля, тебе нужно сжечь, разорвать, изничтожить все, благодаря чему комэмьерда смогут выйти на меня. Я бы сама этим занялась, но Тетас привлекут внимание. И ты дашь нам время подготовиться к вечеринке по случаю отставки одних там военных. Росумель ждет прощальный болеро. Когда разберешься с плакатами, я с тобой свяжусь. Там на очереди пара людей, с которыми нужно разобраться. Лапуля на кону жизни и судьба моих бедных ног. Где была? Voy a dar otra ronda. Эй, Роса, кажется, я нашел один из стендов PDP. Тут портреты твоих хамелеонов. Сожги все, бабуля! Эти меня в могилу сведут. Ты понял? Один набор улик уничтожен. Осторожность. Наш вирус современный чудо. Лекарство, которое дарит драгоценное время тем, кто страдает от нас. Он возвращает людей. Круть! Осталась одна. Что это было? Гильберто? Когда я в платье, я Росамель, Лапуля. Прости. Росамель, я уничтожил три стенда с компроматом на твоих хамелеонов. Как вовремя, Магнифико! Теперь отправляйся в отель Аманасер. Вечеринка вот-вот начнется. Тебе нужно отправить на пенсию троих полковников. Эти Сингаус виноваты во стольких смертях, что я уже со счета сбилась. А я, между прочим, умею считать. Окей. Отправлюсь туда сейчас же. Представляю, какие будут заголовки. Шпион-трансвестит организовал тройное убийство продажных чиновников. Пинга! Я продам права какому-нибудь крутому каналу. Мы станем звездами, Дани. Но что-то я забегаю вперед. Сейчас пришлю тебе фоточки целей. Позвони, когда доберешься.
Это я, ваша сияющая звезда. Важная птица. О-хо! В ваших карманах ты стала? Или вы так рады меня видеть? Я знаю, что вам не терпится начать праздник, но сегодня стрельбы не будет. Ну, разве что чуть-чуть. Но клянусь, если кто-нибудь запачкает мои туфли кровью, я подключу к его плохому аккумулятор. Сегодня здесь только лучшие из лучших. Полковник Соня Перес. Настоящая гроза танцпола. Полковник Рауль Мартинес, который пьет столько, что пересадка печени начинается раньше, чем подадут закуски. А полковник Диас, как всегда, опаздывает. И среди его братом, любителем, в смысле ценителем лошадей, капитаном Диасом. И сейчас я спою для вас песню, на которую меня вдохновила одна из нерчатых. Тайцы звезд яры. Из-за моря королева. Надо смотреть. Обстановку сменить хотела. Форма солдата сводит с ума. Танцы и ром, и так до утра. Эй, мамбо, мамбо, я рано, эй, мамбо. Мамбо, я рано, нет, 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 мы не подведем Кастильев. Бравые солдаты со стволами жутковатые. Эй, мамбо, ни к чему стрелять повстанцев. Эй, мамбо, лучше уж вино и танцы. Эй, мамбо, мамбо, я рано.